А так выглядит мост Пуэнто де Педро Арупе. Ну, так он называется, в честь какого-то Педро. Очень интересная конструкция моста. Вообще мосты все здесь сделаны затейливо, с какой-то задумкой, с какой-то изюминкой. И, пожалуй, вот в черте города нет похожих мостов. Вот особенно вот этот зеленый с опорами желтого цвета и красной фиговиной, по-другому я просто не могу ее назвать. Ну, некая такая держательная установка. Мост он как бы похож даже и на подвесной. В общем, непонятная конструкция, честно говоря. Ну, такая фишечка Бильбао. Ну и, конечно, музей Гугенхайма.